Сзади прочный дракон! Согласится обменять Бальдра на свою дочь. У Плавильни должны быть тверги. Может, они помогут мне найти принцессу. Стены здесь дрожали от грохота молотов. Это место великих трудов. Гунгнир, дар Локи, владыки Асгарда, был сделан из солнечного света и крепчайшего металла. Руны на наконечнике копья направляли его. Гунгнир всегда била точно в цель. Так Локи добыл 3 подарка, чтобы получить прощение асов. Волосы Сив, Гунгнир и Скидбладнир. Но хитрый замысел зрел в его сердце.
Трех даров было мало. Лети же, Сёнин. Нападут, как только увидят. Много добра, один не унесу. Вперед, волки! Помоги мне, скорей!
Эй, сюда! Мне тут нужна помощь! Сюда, на помощь! Идем на корабль!
Пойдемте, пожалуйста. Тут надо без паруса. Здесь мы можем поднять парус. Тихо. К счастью для тебя, стреляли они скверно. А дрались еще хуже. Повезло мне, Хави, что ты, в отличие от них, клинком владеешь мастерски. Хочу отблагодарить тебя за доброту. Но эти подонки сожгли мое добро. Загляни ко мне, как будешь в убежище Йордейк. Если окажусь там, то загляну. А если ищешь достойного противника, то их главарь где-то неподалеку. Сделай доброе дело, прикончи эту тварь.
Турсы говорили о двух золотых скалах на востоке. Думаю, надо искать меж этих скал. Меж двух золотых скал на востоке? Занятно. Ага. А как найдешь главаря, передавай привет. Передашь и голову долой с плеч. А вообще, ищи меня в убежище Йордейк. Не обещаю, что буду трезв, но точно буду тебе рад. Еще подсказка. Кажется, я знаю, куда идти. Что? Этот край терзают злые духи. Так-то лучше. Это слабое проклятие Хрейбора.
Добычи много. Если дружина поможет... Пора за дело! Ну же, помоги мне!
Капитан, мы тут задержались. Должна что-то сделать. У тебя все в порядке? Ах, кто бы мне сказал, Хави? Ты знаешь, кто я? Конечно, но у меня нет с тобой вражды. А даже если бы была, мне не до того. Мне нужно попасть в убежище Двергов. Ты что, ищешь смерти? Нет, но если с любимым иначе не воссоединиться, я готова рискнуть. Йотун угодил в плен к Двергам? Нет. Мой любимый Дверг. С вас. Знаю, это странно, но мне кажется, и он меня любит. Сейчас в мире творится какое-то безумие. Оттого еще важнее держаться за тех, кого любишь. Может, ты мне поможешь? Я лишь хочу поговорить с ним и узнать, взаимны ли мои чувства. Ладно. Но Дверги Йотунши не обрадуются. Ты умеешь менять обличие? Ну как? Ну почему именно волк, а? Что, прости? Ничего. Держись рядом. И никого не ешь. Вообще-то я не животное. Так, и что теперь? Пока не знаю. Молчи, а то выдашь нас. Ты знаешь, где найти этого твоего Дверга? Я чую его запах. Тогда веди, но держись рядом. А? Хорошая девочка. Оставь нас в покое. Эй! Ну-ка стой! Ты куда с такой зверюгой идешь? Она же нас сожрет! Это моя волчица. Она безобидна. Твоя волчица? А говорят, из-за тебя в Асгарде не осталось волков. Не верь всему, что говорят. А теперь пропусти нас. Куда это она собралась? Сейчас узнаю. Лучше оставь нас в покое. Васкар, ты с ума сошла? Знаешь, что с тобой сделают, если найдут? Я не могла больше ждать. К тому же мне помогли. Вижу. Спасибо, Хави. Да не за что. Чего только не сделаешь ради любви. Скажи, мои чувства, они взаимны? Еще как. Ты же чудо. Ради меня ты готова рискнуть жизнью. Без раздумий. Волки! Волки! Надо помочь. Скорей, Хави! Йотун в убежище! Убейте ее! Нет! Она бьется с волками! Она друг! Тебя не должны здесь! Думай о хорошем! Думай о хорошем! Назад! Хорошем. Все назад! Thank you.
Пара волков жаждет смерти. Могла не выдавать себя. Уже дважды ты рискнула жизнью ради любви. Йотунша! Это она привела к нам волков! Йотуны наши смертные враги! Тихо! Простофили! Неужели ваши предрассудки и впрямь ослепили вас? Вы же видели? Васкр бросилась к вам на помощь. Без раздумий. Примите ее, или мы уйдем. Ты серьезно? Да. Если упущу тебя, буду настоящим глупцом. Значит, мое дело сделано. Удачи вам двоим. И всем вам. Что стряслось? У тебя кто-то потерялся? Можно и так сказать. Жду кое-кого с небольшого задания. Ты, наверное, не поверишь, если я расскажу. Меня сложно удивить. Говори, я слушаю. У меня есть ворон Крака. Нашел его, раненого, когда началось вторжение. Вылечил, и он остался со мной. У нас с ним связь, клянусь. Как будто я понимаю, что он видит в полете. Встречалось тебе что-нибудь подобное? Звучит знакомо. Значит, ворон потерялся. Где-то здесь? Нет, не здесь. Вон на той каменной глыбе, висящей в воздухе. Мне кажется, там можно найти что-то очень ценное. Вот я и отправил туда Краку. У него прямо талант находить сокровища. Он улетел. И с тех пор я его не видел. Ну, тогда я поищу твоего Краку. Не уверен, что сможешь. Разве что умеешь летать? Я умею удивлять, Дверг.
Нужно быть осторожнее. Значит, не так я обещаю на событие. Побейте, чтобы мы оба смогли уйти. Это ценное. Да помогут тебе норны.
Сюнин, разведай местность. Здесь мне точно не рады. Злобы. Этот край кто-то проклял. Я что-то чувствую. В воздухе витает зло. Ослаблю проклятие на доспехе Хреймора.
Thank you.
Хм.